Меня зовут Елена Ковалевская. Это Денис, мой ученик. Мы из России хотим представить вашему вниманию работу по живописи. Денис у нас занимается где-то с начала года. Он представляет вам работу, которая связана с военной тематикой. Сейчас он расскажет о сюжете и о своем цветовом решении. Цветовая гамма не специально такая. Ведь я хотел преобразить такие военные действия. Она специально темная. На картине изображен разбитое село, недалеко повозка, а рядом с ней уничтоженная танкетка. Недалеко ракетная установка. Скажи, пожалуйста, Денис, а что тебя сподвигло написать именно этот сюжет? Ну, я увлекаюсь военной тематикой, посмотрел много фильмов, специально читал энциклопедии. Денис у меня осваивает технику масляной живописи. Он достаточно неплохо ей владеет для своих 10 лет. Очень хорошо видит цвет, знает, как смешивать цвета, знает, как получать оттенки, что такое тень, что такое свет. Знает, что такое композиционное решение. У нас здесь это очень хорошо видно на работе. Знает технологию покрытия масляной живописи после высыхания лаком. Знает, каким лаком покрывать нужно. Какой лак у нас существует для покрытия, какой для смешивания. Я думаю, что ему стоит продолжать дальше заниматься живописью, поскольку это очень талантливый мальчик.